Заводчики во многих странах стараются выводить уникальные породы кошек, порой скрещивая домашние породы с дикими. Обусловлено это, конечно, не только желанием создать действительно эксклюзивную породу, но и продать ее как можно дороже. Часть редких представителей семейства кошачьих, например, амурский тигр, уже занесена в Красную книгу и со временем может просто исчезнуть. А есть такие породы, которые практически не эволюционируют, например, саванна, что также может привести к полному исчезновению рода. Одной из самых редких пород являются коротколапые кошки манчкин. Такая порода появилась не в результате селекции, а благодаря мгновенной мутации. Часто таких кошек называют кенгуру, что обусловлено их умением сидеть на задних лапах, опираясь на хвост. Серенгети – порода, выведенная в 1994 году при скрещивании бенгальской и восточной короткошерстной кошки. Задача селекционеров была создать кошку, максимально похожую на сервала, но без участия этой породы. Серенгети действительно необычная порода, которая отличается особым пониманием, дружелюбием и даже говорливостью, больше присущей сиамским кошкам. У серенги, помимо прочего, еще и самые длинные лапы. Каракал – это дикая кошка, которая внешне очень похожа на миниатюрную рысь. Основная среда обитания каракала – пустыни и степи Аравийского полуострова. Африка, Малая и Средняя Азия, Индия. Еще недавно порода была на грани исчезновения, но популяцию удалось восстановить. Кошка легко и быстро обучается, что использовалось при охоте еще в древние времена. Тойгер – относительно новая, выведенная в 2003 году порода. Внешне кошка похожа на тигра, но вполне подходит для жизни в доме или в квартире. Компанейская, игривая и совершенно ненавязчивая кошка, но при этом безумно дорогая. Стоит она около 70 тысяч рублей. Кот-эльф. Какое-то совершенно фантастическое существо с удивительно искривленными ушами. Всего таких кошек в мире порядка 50. Тело кошки покрыто минимальным количеством шерсти. Основная растительность на ушах и на хвосте. Радиус искривления уха в некоторых экземплярах достигает 180 градусов. Ашера – интересная порода, которая в свое время наделала много шума. Заводчик котов, воспользовавшись тем, что мало кто знает, как выглядит одна из самых редких котов саванна, приобрел несколько особей, придумал легенду и устроил массовую рекламную кампанию по продаже самых редких и дорогих кошек. В обществе развилась буквально истерия, до той поры, пока не был вскрыт обман. Породы Ашера не существует в принципе. Это я первый лайк поставил. Нет, это я. Я первый. Я первый комментарий написал. Нет, я. Я первый. Понял? На этом все. Выпуск закончен. А вы подписывайтесь на канал Жук-паук, чтобы не пропустить следующие новые интересные и познавательные видео. Понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им с друзьями, ну и предлагайте свои темы в комментариях. С вами был Роман и канал Жук-паук. Всем пока!